такой знаменитой народной песней трио «Рух» впервые выступила на творческом конкурсе. Среди вокалистов Федор Мартынович. Для меня участие в «Новых именах Беларуси» в новинку, признается студент вуза. Показать себя в коллективе, свой певческий талант, умение работать в команде, а также получать удовольствие от выступления. Вот основные цели, которые ставил перед собой конкурсант в первую очередь. Ведь главное – это участие. Тот номер мы готовили очень давно, буквально с самого начала осени, когда только начался учебный год, мы вместе с ребятами собрались и разбили по голосам эту песню, поставили. И в итоге сегодня насладитесь этим. Одна из главных особенностей второго сезона конкурса – широкое жанровое наполнение. В частности, появление номинаций «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», а также «Сценическое творчество», которое успешно было продемонстрировано участниками конкурса. Кстати, среди конкурсантов около 15 преподавателей и работников вуза и порядка 30 студентов. Каждый из них готовил эксклюзивный перформанс, который оценивала компетентное жюри. Сегодня выступаю с музыкальным номером, играю на акустической гитаре полонеза Гинского. Для многих людей гитара классически ассоциируется, там, три аккорда, какие-то песни, а эта сторона гитары как-то менее популярна. Ну и вот, таким образом я хочу показать эту сторону. На сегодняшнем конкурсе я буду выступать в ансамбле, будем представлять номер, композиция называется «Дым». Занимаюсь я вокалом уже давно, еще со школьных времен, ну, как-то занималась в основном сольно, но придя в университет, нашла здесь для себя очень интересное направление, как ансамблевое пение. Вот и сегодня мы представляем наш коллектив «Аллегрия». Организатором конкурса «Новые имена Беларуси» выступили профсоюзы. Кстати, сделать творческое состязание ежегодным было решено на 7-м съезде Федерации по одной простой причине. В прошлом, 2015-м, «Новые имена Беларуси» завоевали большую популярность как у зрителей, так и участников, которые были только за продолжить масштабную кампанию поиска талантов по всей стране через конкурс. Цель данного конкурса – активизация культурно-массовой работы профсоюзной организации, популяризация художественного творчества среди трудящихся, среди обучающихся, привлечение в профсоюзную организацию все большего количества членов и вообще-то популяризация профсоюзного движения у нас в университете и в целом в республике. Республиканский профсоюзный конкурс творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» 2016 проходит в 4 этапа. С ноября 2015 года по май 2016. Победители районного или городского состязания вскоре примут участие в областном, который состоится в феврале-марте. Республиканский этап, куда попадут самые талантливые участники, пройдет весной, в апреле-мае. Имена победителей станут известны 1 мая, в праздник труда.